И всем привет, ребята, меня зовут Лера, вы на канале Леркинс, и перед началом данного видеоролика я хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, ну и, конечно же, досмотреть это видео до конца, потому что видео будет не о Bedwars, как вы могли подумать, да, карта чудесная, а о нашем выживании. Всем приятного просмотра. Нитью буду бить. Правда, слышу шепот твоего товарища. Это где? О, все. Мы все вещи просрали. Не хочу терять нитку. Я буду сидеть тут. Прикрой меня. Стой. Прикрой меня. Я по команду загуглю, как сохранить инвентарь. Чем я тебя буду прикрывать? Шубой голой убивать? Побежали скорее. Куда побежали? Я не хочу бежать. Пошли, пойдем со мной. Нет, пойдем со мной. Куда? Здесь еда, и скинь гнилую плоть. Я тебе не дам. Дай. А сама съем. Боже. А мне, кстати, даже... Это что? Ты думаешь, я идиотка совсем? Спасибо. Отлично. Пойдем. Пошли с твоими вещами сходим. Да, хорошая идея. Мы не в там, мы вон в той стороне. Где? Где? Со мной. Пойдем. Интересный летсплей. Окей. Я не вижу тут наших вещей. А я сейчас сдохну опять. Да, я тоже. Ой, боже. В том же месте, да? Все, одно сердечко. Петляй, Лиза, петляй, Лиза, петляй. Ай, фак. У меня тоже одно. Где полтора? Какие полтора половина? Там медведь. Там медведь, Лиза. Если там медвежат, нас убью сейчас. Я бы отсиделась просто, на самом деле. Поплыли. Ну что? Стой, зачем? Мы сейчас поступим иначе. Нет? Mm-mm. Как плыть? Подожди. В ледяной воде, да? Ага. Быстрее. Где-то. Лиза, на волоске от смерти. Мне нужна еда, любая. Здесь гнилая плоть. Кур хоть как-нибудь. Сейчас... Лер, мы вышли из говна? Нет! Лиза, там зомби сзади тебя. Я вижу. И там еще на острове. Главное выбраться из этой жопы. Я тебе говорю, отойди, не иди на тот остров. Они сейчас утопликами, утопликами все станут. Ты где? Я нервничаю. Ты уже утопленник тоже? Ой, боже, я испугалась. Подкралась. Медведь, привет. Дай еды. Не беги. Нет, у меня есть глаз получить. Тебе пойдет? Да, сейчас отравлюсь. Пойдем за мной. На. Не надо. Нет. Выкинь его. Я у себя ставлю. Выкинь его. Не буду. Сейчас как ням-ням. У тебя доски есть? Да. Понятно. Да что это я вижу? Какой-то... Что это за постройка? О, это клад, Лиза. Я надеюсь, там еда есть. Лер, мы везунчики. Мы с тобой путешественники, да? Там медведица с медвежатами. Лиз, стой. Тут очень аккуратно, я прошу тебя. Сейчас не свались. Мы сдохнем тут. Почему? Ну... О, сундук. Похлебка загадочная. Я не хочу ее есть. Мне. На. Ты будешь есть рагу? Я не буду. На. Давай я предлагаю мирно выживать. А почему у нас тут опасненько, типа? Тут еще сундук должен быть где-то. Ну, по идее, это же корабль. У тебя есть топор? Нет, только кирка. Я сбила. Что я тебя сбила? Лиз. Не испугалась. Я тоже. Пожалуйста. Там дырка. Не провались туда, там дырка. Да я видела, что ты в дырку провалилась. Все, короче, сейчас хлеб нам сделаю, подожди. Ну что, идем охотиться на медведей? Нет, я хлеб сделаю. Тут очень... О, смотри. Так, 8 хлеба. Держи пополам. Откуда у тебя столько хлеба? Пшеницу нашла. Медведь, Лиза, медведь. Быстрее ставь доски.
Типа ты меня затопить решила. Прости, боже. Я сначала вообще думала, медведь убьет. А что медведь нам сделает? Пранк. Но если медвежата, он убьет нас. Это медвежата, кстати, и ходят там. Иди сюда. Экстра. Ты съела хлеба? Мы должны найти деревню. Лис, побежали отсюда, что мы тут стоим. Ура. Если будет ночь, я замуруюсь и буду сидеть. Хорошо. А я пойду добывать еду. Сейчас, подожди, суп съем. Ух ты. Ух ты. Чищи. Разожжу души. Подскажи, где ты? Я замуровалась в самом начале этого биома, куда вот мы дошли с тобой. Угу, нашла. Только не размуровывай меня, я тут дом строю свой. Я камня принесу. Факел есть? Факел, а не там был уголь. Есть камень. О, уголь есть, подожди, стой, где-то. Открой. Закройся, главное. Так, а что ты боишься? Сейчас, подожди. Что я копаю? Гравий. Короче, жди меня с факелами. Подожди, зачем? Я сейчас сама добуду печку. Какую печку? Факелы, говорю. Что ты в печке жарить собралась? Ну так, у тебя все проще намного, да? Конечно. Нет, сложнее, потому что я бы в печке сделала бы себе... Да. Мне нужна деревня, иначе я просто... Кажется, мне пора, потому что... О, Лер, ты молодец. Смотри, подарок тебе. Лер, у меня точно такой же лежит. Ну, окей, тогда вот такой подарок. Спс. Будет у меня два меча. Почему нет? Стой, Лер. Нет. Я пойду добывать еду. Отстань. Я себя замуровала. Тут есть рыбка. Это хорошо. Тут много рыбы. Это хорошо. Убегай, я его убью. Скелет на пауке. Я вижу. Господи. Прошу, помогите мне. Я не хочу, за что? Слава богу, Лена собралась. Пойдем. Мне надо поесть, ты жаришь? Да, а мне тоже надо поесть. Это моя еда. Какая твоя еда? Это не значит, что ты можешь обращаться со мной как с тряпкой, если я женщина, сижу дома, тут работаю, да? Да, рыба, посмотри, пожарилась. Ну, давай. Что? Самонала. Дай рыбу. В смысле? Дай мне рыбу. Смотри. Знаешь, сколько у меня голода? Сколько? Знаешь, сколько у меня было? 3 оставалось. Угу. Гнилую плоть шаришь. Угу. А что, нельзя? Ах ты, ты что делаешь? Мечом больно? Ну ты хамлюга, пипец. Пипец. Но я жру мясо. Я убиваю рыбу, а потом тебя. Это реклама Мираторга? А потом я возрождаюсь за 300 километров, и мы удаляем этот сервер. Ну, не удаляется. Он просто выключается. Смотри, у меня есть 3 рыбы. А что это ты сожрала? Лис, ты отравилась. Молока попей. Нет. Попей молока. Наливай. Лис, почему у нас зомби гуляют около дома?
Сейчас разберусь. Да, разберись, пожалуй. А то я не могу прям жить уже. Разберись, пожалуй. Ну, ты прям боец. Зажали. Не трогай, это моё. Это моё мясо. Где мясо? Ну ты лох, ну ты лох. Свалилась, ха-ха. Я сейчас порох принесу. Над собой посмейся. Нет, не буду. Порох принесу сейчас. Попей. Мочи. Ты сама это сказала. Опа. Ну, посмотри сюда. Посмотри сюда. Посмотри сюда. Посмотри сюда. Куда? Это твой друг. Ушел. Угу. Почему ты не вложил ничего в сундук? Ну я тебе что? Я тебе не слуга. У нас ресурсы общие. Ты чё? Ой, дыра. Угу. Ну что, паук, иди-ка сюда. Вижу, горит. Кто-то горит. Иди-ка сюда. Чмырь. Надо бежать, искать деревню. Опять полтора сердечка. Давай рыбу наловлю, и надо будет уходить завтра отсюда. Да. Тут есть куча трески. Я выложу. Угу. Та-та. Я умерла.